Привет, Нижний. Первая тренировка, там особо ничего не увидишь, но просто вышли там друг друга, почувствовали лед, почувствовали форму опять, знаешь, а так по общей не ожидаем много от сегодня, но первый день и самое главное, все прошло нормально. Сразу впечатление первое, что дружный коллектив, и я думаю, это очень важно. Первые три дня совсем, скажу, на середине, уровень как не максимальный, максимально будет дальше, но кажется, завтра чуть тяжелее будет, потом в среду, потом в четверг уже, нагрузка побольше до конца недели. Ну, конечно, очень тяжело, первый раз, считай, некоторые ребята, считай, давно не катались, вот. Но в целом, я говорю, к концу тренировки раскатались и было интересно уже, катились.